В рамках недели доброты и щедрости, что проходит в Ленинском районе с 20 по 27 ноября, в спортивно-оздоровительный центр «Дельфин» были приглашены члены общества инвалидов и их опекуны. Стоит отметить, что бассейн уже давно осуществляет поддержку жителей района с ограниченными возможностями здоровья. Мы узнали, что проходит неделя доброты в нашем районе, и центр «Дельфин» решил принять тоже активное участие в этой акции. Мы пригласили людей пожилого возраста, детей с ограниченными возможностями, проводим мероприятия в виде зарядки. Для приглашенных подготовили специальную программу, которая включала в себя плавание и акваэробику. Под руководством опытного инструктора пожилые люди двигались в воде с огромной энергией и бодростью духа. Алла Вязникова в «Дельфине» впервые, но уже хотела бы продолжить занятия. Даже абонемент хочу купить. Я уже спрашивала, интересовалась. Обязательно один раз в неделю. Я считаю, что в моем возрасте достаточно и обязательно буду ходить. Неделя доброты и щедрости – ежегодная акция, во время которой каждый раз проходит все больше мероприятий. В этом году в ней задействовано около 100 волонтеров. Масштабная акция, в ней принимают участие очень многие предприниматели, торгово-промышленная палата, оздоровительный центр «Дельфин». И, в общем, люди, которые поняли, что они хотят помочь и имеют желание и возможность помочь. После занятий в бассейне гости переместились в тренажерный зал, где сотрудники центра показали упражнения, способствующие здоровому образу жизни. Мне вот показали вот этот вот для ног тренажер. Мне, кстати, очень понравилось. И какой-то вот коленочки уже, то все. И здесь можно, вот я смотрю, поменьше ставить, там побольше. И даже очень здорово, можно заниматься на этом, даже пожилым людям. Это нагрузка в основном на ножки. А ножки немножко надо тоже тренировать. Член общества инвалидов Виктор Николаев раньше занимался спортом. Старается поддерживать форму и сейчас. В зале он выбрал для себя тренажеры, соответствующие возрасту и состоянию здоровья. По мере своих возможностей таких, ограниченных, и велосипед, и силовые агрегаты, я смотрю, здесь нормально все это. Не так тяжело, нормально, облегченно все. Штанга, конечно, не тот возраст. Не забывайте, что каждый из нас может поучаствовать в неделе доброты. Акция продлится до 27 числа. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.